Всем привет, вы на канале Супер Серж. Сегодня я открываю новую рубрику. В общем, я буду вам показывать трюки, учить вас. И если у вас, конечно, есть самокат. В общем, сегодня я открываю новую рубрику. Я райдер на самокате. Моему самокату Excel MF1.8 где-то уже 3 года. Во-первых, тут порвалась гипс. Тут тоже такой колпачок снимается в гипс. Дальше я поменял кольцо. Здесь вот должно быть вот такое. Сейчас у меня вот такое. Ну и тормоза нет, сломался. Ну, в общем, сегодня я вам буду учить. Я вас буду учить трюков VIP. Трюк VIP — это трюк для начинающих райдеров. Давайте я вам покажу в начале учения этого трюка, а потом вам полноценный вид. Только, ребята, если я что-то не делаю, то не обижайтесь, потому что асфальт неровный. В общем, первое учение. Когда у вас нога уже, ну то есть дека к вам уже близко, то вы подпрыгиваете и ставите ноги вот прям на деку. Давайте вас здесь я вам. Или вы можете лечь на спину на кровати и попробовать закрыть деку. Просто вот так вот взять и тренироваться. Если теперь я вам покажу полноценный вид. Но вначале я вам советую попробовать просто в одну палу получиться. Что я вам сейчас и покажу. И да, запомните, если у вас нога, которая отталкивается, встанет на землю раньше, то это уже будет не трюк. Сейчас я вам покажу это. Эту ошибку. То есть вы видели, то есть у меня вот эта нога встала раньше. В общем, вот. А что ты катаешься? Что я? Классно, да? В общем, теперь давайте я вам покажу полностью полноценный вид. В общем, когда вы научитесь VIP, вы можете считать себя уже таким райдером. Но следующий трюк будет у нас 180, так что не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Ну, а с вами был Супер Серж. Всем пока!